тут все вышли, гуляют, встречают Новый год. Поехали! Специально построили для туристов, чтобы туристы посмотрели древний Китай, старинные здания, культуру древнего Китая. Я и смотрю, здесь здания такие необычные. Нету таких небоскребов. Ну, раньше же жили в таких маленьких домах. Не было таких высоких зданий. Ага. Кажется, это называется футуны по-русски, такие китайские. Дома называются футуны. Вот эта девушка из Италии мне сказала. Они же изучают архитектуру, и она говорит, мы специально приехали посмотреть футуны. О, эту улицу мне знакома, я смотрела в видео, как россияне здесь гуляли летом, да? Да? А что тут варят? Такой пар идет вообще. Тут напиток, наверное. Финики. Вот это лето! Да? Ты хочешь? Ну, хорошо. А это большой такой, что это такое? Это гриб. Вот как добавляют, когда овощи готовят, черный добавляют. Вы видели такой черный мой? А это? Тут ведь черный мой, а это белый. Посмотреть. Вот напиток такой вкусный. Да, из груши делают. Из груши? Ага. Сейчас Лилиана будет. Сладкий, вкусный? Сладкий, да. Ага. Это груша для... кашля хорошо. У нас, когда люди кашляют, специально варят такой груша. И я хочу попробовать теперь. Я же с таким грибом никогда не пила. Очень приятно. Как раз сейчас на холоде попить горяченького. Очень классно. Согреться. Ой, сколько людей тут все вышли. Гуляют, встречают Новый год. А, сегодня хорошая погода, солнышко светит, небо синее. И все люди с утра, видимо, вышли, некоторые уже обратно идут. Да. Вау, тут такой дракон. Давайте пойдем посмотрим. Пошли! Почему-то он не зеленый, а какой-то красный дракон. Нет, китайский такой... дракон не зеленый. Да, золотой или красный. Ну, ясно. Да. Вы китайцы же так не говорите, что это зеленый дракон. Вы просто говорите это. И придумали, наверное. Наверное. Да. А что вы говорите, зеленый дракон? Ну да, каждый год какой-то Будхонда, дракон. Год белой лошади. Когда приходит год белой лошади. А вы так говорите, да? Да, год красной лошади. А, мы такое не говорим. Да. Ой, посмотри, там сувениры столько много. Давай. Да, посмотрим. Давай посмотрим. О, матрешки русские. Матрешка! А, Лилиана раньше купила это, да? Да. Так что это там? Это что, камни или там что, настоящие какие-то? Клыки? Паша Адыша. Лечится. Когда массаж делать. Или, да? Ну из чего сделано? Из какого-то такого. Ну, бык это туда. А, да, да, от быка. Ага, да. Какие качественные, да, материалы? Массировать надо, да, как это массировать? Говорят, хорошо для здоровья. Больно вообще. Я даже не пробовала, говорят, сильно больно. Чесать хорошо, наверное. Ой, посмотри, какой большой, вообще огромнейший дракон. С
целые кучи. А, тут даже не один, а несколько, да. Ага. Здание такое интересное. Крыша такая интересная. Там очень интересно. Переход с одного здания в другое как-то все. А, вот ты, наверное, уже насмотрелся на эти здания. Тебе, наверное, уже не интересно. Да, уже привык. Сейчас досмотрю. А нам очень интересно. О, я сейчас сюда. Ты уже полетел? Да. Ты уже полетел? Да. Ты уже полетел? Да. Там тоже есть такой же одежде, как у нас. Давайте пойдем к нему, сделаем фотку, да? Давай. О, там целый магазин такой одежды работает. 看见你棉袄了，想过来跟你们拍个照。 多少？ 多少？ Магазина, там продают вонючий тофу. Идемте купим, попробуем. Вы, наверное, еще не ели такое. Ели. В магазине мы покупали, а так на улице нет. В магазине мы в упаковке покупали, она уже не воняла. Мне страшно. Давайте я посмотрю, понюхаю сначала. Сильно понять, пахнет или нет? Нормально пахнет? Не воняет. Нет. Просто вкусной едой пахнет. Это блюдо просто так называется вонючий тофу. На самом деле не так страшно. Ой, музыку поставили. Пойдем потанцуем, что ли? Давай. Так, если вам тяжело. Что в нем держит? Воду или пиво? Или что? Уксус делает. Уксус. Для уксуса? Ага, какая, да. Такой большой, да? Да. Ой, а внутри еще много. Это кто-то люди покупают? Ага, да. В таких вазах покупают уксус? А зайдем, что ли? Посмотри, да. Там бутылка уксус или водка? Водка. Водка. Так может тут тоже водка? Ну да, написано 42 градуса. О, здесь тоже есть вода. Это вода. Это Будем духи пить, да? Русско-украинская. Спасибо. О, у нас есть китайская водка с розой. Идем домой, будем пробовать. Все
что нас угощают водкой, да? Ага. Дедушка с бабушкой. Теперь мы тоже пойдем и будем угощать, да? Да. Ой, а что он на дудке играет, да? Он даже не дудка, а как по-другому, наверное, мелодия. Я это называется陶笛. Очень интересно. Я хочу купить. Ты хочешь купить? Ну, ты купи один. Спасибо. Юля, чтобы выйти рентген, спасибо. Ай. Окей, так, хорошо. Ой, Сахой. Со мной? Мы с кем-то рентген. Спасибо, бабы, мы сейчас купим рентген. Сейчас же хотим. Черенген, квайло! Черенген, квайло! Что тут делают там? Лото, наверное, да? Да, лотерея, да. Как вы угадали так быстро? Вы, наверное, раньше играли уже? Нет. Я выигрывала. Да, да, да. Ага. Давайте я попробую. Может, что-нибудь выиграю. Рискнем, да? Проверим удачу. Ага, да. Само вытаскивать. Я хочу. Давай, давай. Мео, арчи, мео. 中奖了！你知道中多少钱吧？不知道。十块钱。啊！三十块。哦耶！好耶！好！谢谢阿姨。谢谢。Там не повезло, они реально повезло. А, Ваня. А, Беларусь, Украина. Это не сахар. 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 Это Пошлите посмотрим сувениры, там все пекинская опера. О, пойдем смотреть. Как красиво. Пойду посмотрю поближе. Головные уборы. Да. Дерево или из чего? Из дерева, из дерева. Из дерева, из дерева. Массаж делать. Ага. Это что за штука? Тяжело, тяжело. 你要往那边放多少钱呀？我所有的钱钱。所有的钱钱。哎， какой маленький маленький игрушечный зонтик, игрушечный. Интересно, да. Ой, тут за один день невозможно все посмотреть. Тут такая площадь большая, что надо на 2-3 дня ходить с утра до вечера. Еще придем, наверное, смотреть. Да. 其实频道此结束，请大家点个小关、小注、投币、转发，下次再见，拜拜拜。嘿，安娜，快看，谁来了？我们все посмотрели, нагулялись. Пора домой отдыхать. Чати шипинтем. Бай-бай. Бай-бай.